вообще Карелии. Подыграть эту тему. Давай. Да, вот, значит, один парнишка работал на фабрике дегустатором ганджа. А вот он, значит, работал. А однажды с работы домой пришел, сел и в телевизор втыкнул. Сидел, втыкал. Потом щеку рукой подпер. Смотрит, а у него борода выросла. Блин, думает, а не слишком ли долго я сижу? А не пойти ли мне прогуляться? Ну и короче, а что, прогуляться? Не за хлебом же прогуляться. Прогуляться нормально надо. И вот он выходит на трассу и стопит машину до Питера. А машина едет прямо на него. Он только еле-еле успел отскочить за обочину. Машина резко тормозит. Оттуда выскакивает какой-то мужик заполошный.
говори: здравствуйте, батюшка. Куда вам надо, батюшка? Чувак говорит: во-первых, я не батюшка, просто немножко зарос. А во-вторых, надо мне в Питер. А водила говорит: батюшка, а не заедете ли к нам в Тверь? У нас по вашей части работа есть. Но парень думает: в Тверь, так в Тверь тоже, в сторону Питера. Там еще кого-нибудь застоплю. Ну, садится в машину. Водила гонит какую-то пургу вообще. То есть вообще ничего не понять. И через слово его батюшкой называют. Парень уже перестал его поправлять на пятом разе. Ну что, ну батюшка и батюшка, слава богу, что не матушка. И вот, значит, приезжают они в Тверь, завозят его водила в свою квартиру. А там квартира, это надо видеть. Конечно, полный контраст с этим заведением. Такая вот двушка, полностью с ободранными обоями, с оторванными батареями, с выбитыми стеклами, с разбитым телевизором в одном углу, с разбитым приемником в другом углу. Короче, вся засыпана битым стеклом. Водила его в эту квартиру втолкнул, сразу дверь закрыл и куда-то побежал. Ну, чувак, чё, разбил себе уголок, постелил газеток, присел на них, а потом прилег, а что делать? В таких обстоятельствах хоть поспать, что ли? И тут высовывается из стены такой вот хуй с рожками. И спрашивает: батюшка, а хозяин когда будет? Чувак говорит: я не в курсе. И дальше втыкает. Тут через полчаса высовывается уже другой хрен с рожками. Уже такой покрупнее. И спрашивает: батюшка, а хозяин тогда говорил вообще, когда будет? Чувак говорит: не, не говорил, и вообще, ну что ты меня батюшкой называешь? Я вообще не батюшка. Тогда этот хрен вылазит из стены. И оказывается, что он совсем большой, сантиметров 30. Смотрит на него внимательно, зачем-то нюхает. А потом кричит: пацаны, не ссыте, он не батюшка. И тут из стены ломится такая вот толпа таких же рогатых хуёв. Некоторые сантиметров по 50, некоторые по метру. Обступают его толпой. И говорят: в натуре не батюшка. А в натуре лох конкретный. А ну, калашок, становись раком, мы тебя сейчас в пионеры примем. И пацан понимает, что он попал в какое-то чужое стрёмное кино. И что надо из него сейчас как-то выпутываться. И он встает во весь рост, говорит: а черти, вот я вас наебал. Я на самом деле самый крутой экзорцист, я вас сейчас крестить буду. Черти обратно в стену ломанулись, а он стену перекрестил, потом веником их в ванну загнал и в ванне покрестил. И стали черти ангелами. Короче, через час приходит хозяин с двумя бутылями водки, а по квартире ангелы летают. И один ангел, значит, садится ему на плечи, вынимает его у него из кармана эти две бутылки водки и запускает их в стену. А второй ангел подлетает, берет его за нос и говорит: значит так, с сегодняшнего дня никакого бухла,
Понял? И никаких блядей, понял? Короче, построишь здесь все нормально, сделаешь здесь ремонт. Потом жену с детьми обратно вернешь. И будешь жить по-человечески, понял? Ну, парнишка на это дело посмотрел, посмотрел и бочком вниз по лестнице. Как бы ангелы за него не взялись. Сбежал, вернулся, короче, в родную столицу. Приходит обратно на работу. А там ему говорят: ну, чувак, ты еще прямо как батюшка. Он говорит: пацаны, не поверите, я теперь в натуре батюшка. Так вот его с тех пор и называют батюшкой. Ну вот такая вот история. А теперь песня. А песня будет про батюшку. Вау! Ништяк! Будет тема про городского бобра. Да. На самом деле это тема про то, как выросла в лесу трава. Выше самых деревьев. Вот такая трава. Но самое главное не то, что она высокая. Высокая — это не факт, что проще. А эту траву можно было курить. Когда две звери об этом узнали, как они обрадовались. Собрались, короче, шишек нарезали, на черпачке насушили, в газету забили вот такую вот самокрутку. И стоят ее, передают, беседы умные ведут. А вокруг-то все какое волшебное. Лес колышется, каждый листик отдельно шуршит. Каждая птичка в тему поет, и лучик солнечный поет, как соловей. И тут во всю эту благодать просовывается такая вот башка с таким стрёмным клювом и спрашивает: а что это вы здесь делаете? А это был местный орел. Он по небу летает. Он все сверху видит.
И вот он, значит, пикирует и спрашивает, а что вы здесь делаете? Звери ему сразу без разговоров задувают паровоз. Он прокашлялся и говорит, да, есть на свете две клевых вещи. Небо и трава. Но небо круче, базара нет. А травы бы я еще покурил. Зверям не жалко, у них урожай, они забивают орлу опять. А орел скуривает, вот такой джойнт. И рассказывает зверям про небо, что небо — это такая тема, которая совсем не для всех. Не каждому дано подняться в небо. Это, во-первых, высоко, во-вторых, холодно, но там такой простор. Там можно двигаться во всех направлениях, и вот так, и вот так, и вот так, это же... Даже вообще вот так мертвой петлей можно двигаться. Но там не просто, там нифига не просто. Вот здесь на земле можно, например, спрятаться куда-нибудь. Вот, например, туда под стол можно спрятаться. Или туда под стол можно спрятаться. На небе ни хера никаких столов, там вообще все пусто. Если какая-то непогода, какие-то тучи, какие-то атмосферные явления. Ой, как в небе сурово. И навернуться оттуда нефиг делать. Такая, значит, болтанка, такие громы, молнии. Штурман кричит, не долетим. А я говорю, долетим. И мы таки долетаем. И вот под эти телеги скуривает все, что на газете лежало. И улетает к себе на небо. Вот такой вот орел. А. Короче, на другой день собрались звери траву курить. А орел уже тут как тут. Башку свою всовывает и спрашивает, есть что-нибудь? Ну а что, не видно, что ли, что есть? Да фига всего есть. И вот он опять, значит, говорит, что небо круче. Опять загружает все свои телеги про небо. Один в один те же самые. Опять скуривает все, что на газете лежало. И опять улетает за облака. Вот такой принарём. Короче, через неделю звери от него уже прятаться начали. Ну куда от него спрячешься? Он же на небе летает, он же все видит. Только-только дымок откуда-то пошел, он сразу пикирует, сразу есть что-нибудь. Сразу говорит, что небо круче, опять рассказывает свои темы про небо, один в один те же самые. Опять скуривает все, что на газете лежало, и опять улетает. Вот такой, блядь, орел. Короче, до того он всех достал, что решили зверя уже после Нового года вообще не курить. Пару месяцев. Чтобы орел от них отстал. И вот орел летает, летает, а над лесом не дымочка. Он тогда начал уже пикировать просто на группы. Вот звери собрались группой, орел туда пикирует, есть что-нибудь. Звери говорят, нет ничего. Сами пиво пьем. И орел уже думает так. Наверняка у них что-то есть. Стопудово не от меня прячут.
Не, значит, надо к ним сейчас лично заезжать и их раскулачивать. И с этими мыслями ложиться спать. А поутру просыпается и видит на краю леса такой вот столб дыма, как будто маленький передвижной крематорий приехал. А это на самом деле приехал городской бобер с полным мешком всякой всячины и всех зверей угощает. Орел сразу туда, сразу, блин, сует свою башку и спрашивает, есть что? Бобер говорит, есть все. Орел от такого подхода немножко офигел. Говорит, как это все? Бобер говорит, ну так все, а что тебе надо? Орел говорит, ну ты понимаешь, мне надо такое, чтобы покрепче и побольше. Бобер говорит, чувак, ты не прав. Нормальной травы много не надо. И достает вот такой вот вапорайзер. Ну, это, если кто не знает, такой прибор на батарейках, который сам паровозы выпускает. Кладет туда небольшую-небольшую щепотку и задувает орлу один-единственный паровоз. И орла подкидывает в небо, как подкидной доской. Минут через 15 он приземляется на землю. Садится на жопу и говорит небо и замолкает. Вот это впервые в жизни, зараза, на 15 минут замолчал. Потом он, конечно, рот открыл. И первое, что он спросил, а есть еще? Бобер говорит, чувак, ты сам не знаешь, что спрашиваешь. Со следующей хапки тебя реально расплющит. Орел говорит, херня. Я птица крепкая. Давай. Бобер говорит, ну, чувак, под твою ответственность. И задувает орлу еще один паровоз. И его реально расплющивает. Как цыпленка табака. Вот так вот, значит, он лежит, клюв в разные стороны смотрит. Он крылья отрывает, собирает ему в кучу, раскрывает и спрашивает, а есть еще? Бобер говорит, чувак, больше тебе не надо. Со следующей хапки тебя реально разорвет. Орел говорит, херня, под мою ответственность давай. Бобер говорит, ну смотри, чувак, сам напросился. И делает ему еще один паровоз. И тут орла реально разрывает. Короче, как резиновую грелку, если ее хорошо надуть. Только с более мерзкими последствиями, но у него же там внутри кишки говно всякое поебить, да. Ну, короче, да, вот такое облако перьев, кишки на проводах, кровища с листьев капает, звери стоят, как хирурги, кровища заляпаны. Но никого эта тема не грузит. Наоборот, все улыбаются, некоторые даже смеются, и никому этого орла не жалко, потому что, если честно, такие орлы нам нахуй не нужны. Ну, а теперь песня.
умная Эльза. Предусматривала. Вот, допустим, она знакомится где-то Ваське с мальчиком, а сама уже представляет, как этот мальчик ее пригласит в какой-нибудь клуб, ну, хоть бы даже в крымские каникулы, а потом пригласит домой, типа, музыку послушать, типа, видики посмотреть. Ну, на самом деле, понятно, что он будет иметь в виду, но она с первого раза-то, понятно, ему навстречу не пойдет. Ну, потому что нельзя же вот так вот с первого раза. И действительно, знакомится она Ваське с мальчиком. Мальчик приглашает ее в клуб, реально, в те же самые крымские каникулы, может, даже на Гайдука. Опа, и вокруг нее трется, прижимается, напитки всякие заказывает, потом зовет ее домой видики посмотреть там. А дома у него родителей нету, есть такой большой диван. И вот залазит они на этот диван, а Эльза уже представляет, как он с ней сейчас будет приставать, и она может быть даже, но почему бы нет, мальчик-то ведь какой интересный. Но сначала она идет в туалет нос попудрить. Она же умная и предусмотрительная. Заходит, короче, в туалет.
И прямо перед своим носом на полочке возле зеркала видит пакет. А в пакете не меньше полстакана. И Эльза сразу себе представляет, как в квартиру вламываются менты. Она кидает этот пакет в унитаз, а он же, зараза, всплывает. И пацана вяжут и увозят на зону. И он оттуда выходит года через 4. Совсем другим человеком. Зона как мужиков портит вообще, блин, невозможно сказать. Ну, короче, блин, минут через 15 парень к ней стучится. Эльза, ты чё зависла? Она ему открывает, вся в слезах. И рассказывает всю эту тему. Про ментов и ганджу. Парень её слушает. И говорит, опа, Эльза, так это ерунда. А давай мы эту ганджу сейчас все спорим. Да сколько там полстакана, нефиг делать. Сейчас спорим. А если менты потом придут, мы им бутылку вина покажем. Скажем, мы такие вот нормальные влюбленные, тут сексом занимаемся. И Эльза по этой теме проперлась. И ганджу они скури. Не. И это концовка какая-то совсем неправдоподобная. Она же умная и предусмотрительная. Ну как же это, она будет с незнакомым пацаном незнакомую ганджу курить? А лучше я сейчас расскажу концовку, более правдоподобную. Короче, значит, пацан к ней стучится, Эльза, у тебя все в порядке. Эльза открывает ему вся в слезах и рассказывает эту тему про ментов и ганджу. И пацан проникается ее настроением и говорит: «Все в порядке, Эльза. Вот когда будет легально, мы ее будем курить. А сейчас, ну ее нафиг». И с этими словами высыпает ганджу в говно, концовка, вообще говно. Ну блин, ну как можно вообще такие концовки сочинять, нафиг, нет. Лучше я расскажу вообще другую концовку, и на этом отделение закончим. Короче, значит, пацан к ней стучится, она открывает, вся зарёвана, рассказывает ему эту тему про ментов и ганджу, рыдает чуть не в голос. Пацан ее слушает и понимает, какое сокровище ему досталось. И говорит: «Ничего страшного, зайка, ничего страшного. Если менты зайдут, я скажу, что это твоя ганджа. А ты же не совершеннолетняя, тебе много не дадут. В принципе, родители у тебя кто? Да кто бы ни были, в принципе, ну за штуку баксов отмажут, то нормально отмажут, да. В принципе, можно и без денег вообще-то, натурой за пару минетиков. Ну, отмажешься, выкрутишься, нормально, это же не то, что я». И тут Эльза себе такое представляет, что представить невозможно. Быстренько хватает свою сумочку, надевает туфельки, справляется с замком и бегом вниз по лесенке каблуками, цок-цок-цок. А парень дверь за ней закрыл и как заржал. А потом дунул и расслабился. Нормально расслабился. Да, а многие из нас так уже не расслабятся, потому что хиппи-энд. Хиппи-энд, короче. Да, ну, короче, значит, играем тему про волка. Да, старый такой волк. Позитивный. Давно уже никого не ест. Только улыбается. А вот он покурил и улыбается.
думает, что в принципе много уже чего в жизни видел. Но ведь есть еще и Гондурас. И Гватемала вся неизъезжена. И Эквадор. Да что тут Эквадор? Его не видно, по крайней мере. А вот Луна, в принципе, Луна. Она же рядом, фактически. Вот смотришь на Луну и думаешь, ну что, ну в этой жизни, наверное, доберусь до Луны. Там же сила тяжести в два раза меньше. Представляете, как мы там будем прыгать? А по Луне, а? Ну, все мечты, мечты, мечты. Остается только вот выйти и Луне песенку спеть. Мелкая, совсем еще. Первая самая чайная свинка. И говорит, волк, давай пить чай. И при этих словах волк представляет не электрочайник. И не чайные пакетики. И даже не сахар, который многие считают главным компонентом чая. Он представляет себе склоны Гималаев. Поросший чайным кустом. А по склонам ходят девушки в индийских национальных нарядах. Отщипывают чайные листики, поют индийские песни. В перерывах танцуют индийские танцы. А высоко в горах, на самом верху, Шива курит свой чилим. И жутко на себя злится. Он же бог-разрушитель. Он же должен все разрушать. А разрушать нифига не хочется. Но он думает, ладно, завтра вот не покурю и все нафиг разрушу к вечеру. Все поняло. Он же на самом деле не попускается уже 6 миллионов лет. Или что 6 миллионов? Он же еще был до этих 6 миллионов. Может, миллиард вообще? А может, вообще вечность? Да, вечность. Ты вот прикиньте, что по сравнению с этой вечностью мелкая чайная свинка. Она, конечно, уходит, но возвращается не одна. Приходят к ней с ней вместе две таких уже серьезных свиньи. Вот таких серьезных свиньи. Становятся в ряд. И говорят уже без намеков, волк, давай точить. И волк представляет себе, как он точит большую саблю. Вау! Это же война сейчас должна быть.
Офигенная такая война-то, праздно-пром. И какое-то добро по-любому победит. Но и другое не проиграет, потому что вот никакое добро никогда не проигрывает. Офигенно в такой войне воевать. И вот волк точит эту саблю, по ходу дела ею размахивает. И сам себя прикалывается. В елке размахался. Прямо как подросток. А потом смотрит. На часах уже 6 часов вечера. Какая нафиг война? Но везде опоздал. И тогда он вешает саблю на стенку и закуривает обычную табачную сигарету. И свиньи понимают, что они не при делах. И уходят. Но возвращаются не одни. Приходят с ними 3 вообще максимальных свиньи. Ну, примерно как концертные колонки. Да не такие, как на стадионе, такие вот серьезные концертные колонки. Приходят, становятся в ряд и как заорут. Пирожки! Пирожки! Куры жареные, картошечка, колбаса! И волк представляет себе, как он едет в Крым. Лето, в вагоне ванная жара. На станции Харьков бегают всякие тетки со всякой едой. По такой жаре никому не нужной и наверняка уже протухшей. А тут подходит один мужичок и говорит: чувак, плана надо. И волк покупает у него коробок из осторожности. А уже на станции Лозовая думает, надо было брать стакан. Не, ну что в таких ситуациях делать? Нечего было бы в таких ситуациях делать. Но у каждого нормального волка есть своя машина времени. И вот он садится в машину времени, и она всегда с ним. И прибывает на станцию Харьков в тот же самый момент и покупает у деда уже 2 стакана. А в Крыму травой не тарится. Но сами знаете, что в Крыму за трава. В Крыму он только в море купается, на солнце загорает. А то еще поплывет в Лисью бухту. Там всех накурит и назад вернется. А там люди после этого целую неделю только улыбаются и на все вопросы отвечают ништяк. Вот такая травища, товарищи. Конечно, свиньи понимают, что они тут обломались жестко. Но они не уходят, а посылают мелкую свинку за страшным свином Люцифером. И вот приходит страшный свин Люцифер. Не, ну с виду свинья свиньей. Но слов нет какой страшный. Впирает в волка свой магический взор и говорит: волк, съешь зайца. И волк понимает, что он таки попал. Зайца по-любому есть придется. А жалко его лохматого.
Сколько с ним было спорено, сколько правильных вещей с ним обсудили. Но люди не поймут. Люди скажут, совсем скурился серый. Уже и зайцев не ест. Типа и не волк, короче. Да. И вот приходят они к зайцу. Волк и семеро свиней. А заяц как назло дома. И у зайца как нарочно, не дома, а музей конкретного палева. Ну, допустим, то, что у него конопля в палисаднике выше крыши. Ну, это, в принципе, да, по новому закону. Ну, и не палево почти, да и он отпиздится по-любому. Скажет, птички насрались. Ну, вот мы заходим в дом. И идем просто на запах. А там на плите в кастрюле молоко варится, в сковородке каша жарится. А на столе такая кучка, лет на 7-8. По-любому, короче, придется зайца есть. И волк говорит: «Слышь, заяц, у меня к тебе еще разговор серьезный. Только давай сначала покурим». А заяц видит свиней и понимает, что разговор будет реально серьезный. И достает ту траву, которую держит чисто для себя. И через 7 минут проблема уже улажена. Да, короче. Волк летает под потолком. Свиньи летают под потолком. Один только страшный свинь Люцифер все никак не угомонится. Сидит и диссонирует. Надо есть! Надо есть! Надо есть! А заяц ему: надо ешь! Надо ешь! Надо ешь! А свин ему: надо ем! Надо ем! Надо ем! А заяц ему: надоел! Надоел, надоел. Свин ему: нет, не надо, не ел. Нет, не надо, не ел. Заяц ему: да, не надо, не ешь. Да, не надо, не ешь. А свин: нет, надо есть, надо есть, надо есть. Вот такой вот прямой свин. А в это время к зайцу уже всякие другие звери пришли. К зайцу много зверей ходит? Да, а и какой-то медведь. Говорит: слышь, а что это за свинья такая разговорчивая? Заяц гуманист великий. Говорит: Миша, все в порядке, это наша свинья. Медведь говорит: да. И нахуя нам такая свинья? И тут страшный свинь Люцифер вперяет в него свой магический взор и говорит: медведь, съешь волка, съешь зайца, съешь их всех. Медведь говорит: пацан, ты попутался. Ты здесь не дома, веди себя нормально.
Говорит медведь спокойно, можно даже сказать позитивно, со всей улыбкой, на которую он способен. Но страшный смерть Люцифер от этой улыбки почему-то представляет себя в челюстной целой хирургии, с гипсом по всей морде, с трубками в носу. И понимает, что ему сейчас вот самое время закосить, что он накурился в самые сопли, и что вообще ничего не понимает, не одупляет вообще, что гонит, и надо вот как-то вот отползти немножко, отползти бочком куда-нибудь. И он отползает под вешалку, засыпает там среди ботинок и отъезжает в страну деревянных бревен, которые ничего еще не говорят, а просто лежат и все за жизнь понимают. И свет с ними тоже лежит и все за жизнь понимает, и жизнь ему шепчет: баю, баюшки, баю, свинка бешеная. И он засыпает в полной уверенности, что завтра проснется совсем другим человеком. Потому что это свинство его самого уже заебало, если честно. Ну вот такая история про волка и семеро свиней. Отлично сыграли. Thank you.
Девочка очень боялась Деда Мороза. До того боялась, что в Новый год телевизор не включала. И на улицу не выглядывала. И в глазок дверной не смотрела. Чтобы, не дай бог, не увидеть Деда Мороза. А Дед Мороз подумал: хитрая ты девочка. Хитрая. А я еще хитрее. Так подумал Дед Мороз и начал ей сниться. Приснилось однажды девочке, что ложится она в кровать, а из-под кровати Дед Мороз. И стала девочка кровати бояться. Другой раз снится девочке, что заглядывает она в тумбочку, а оттуда Дед Мороз. И стала девочка тумбочки бояться. А потом приснилась девочке, что садится она на унитаз, а оттуда Дед Мороз. И стала девочка вообще всего бояться. Приходит мама домой, а девочка сидит под кроватью, в одеяло замотанное, и боится. Ну, это уже патология, подумала мама. И отвезла дочку к психиатру. А там ее накормили аминозином, спрятали под одеяло. Пришел Дед Мороз, девочке снится. А девочки-то и нету. Тогда он походил, повздыхал и приснился главврачу. А главврач, как его во сне увидел, так сразу и вылечил. Там на самом деле очень простой случай был. Всего две личности. Не 24, как у того другого американца. А всего две, да, Дед Мороз и нормальный человек. И стал Дед Мороз нормальным человеком. В натуре. Постригся, побрился. Со Снегуркой развелся, бухать завязал и устроился на нормальную цивильную работу. Короче, сначала охранником. Отличная работа, охранник. Сидишь, нихера не делаешь, а тебе деньги платят. А потом ему предложили еще приработать, киллером поработать. И он попробовал, ему понравилось. Получилось нормально. Чё? Его же нету на самом деле. То есть это такой киллер, которого хрен найдешь. Вот реально нет уже Деда Мороза, да?
или есть? Ну вот нету или есть. А вот однажды поступил ему заказ на президента. Пошел и завалил президента. А на другой день в новостях президент опять есть. Тогда он пошел, завалил этого президента. А президент в новостях опять есть. Тогда он пошел, завалил этого президента. А президент опять есть. Тут Дед Мороз врубился помаленьку, что президента на самом деле тоже нет. А есть такая вот куча двойников, как у Деда Мороза куча двойников, всяких големых двойников. Вот, и хрен найдешь настоящего. Он это заказчикам объяснил, как смог. Заказчики юмора не поняли. Начали говорить, что это за наркомания. На Деда Мороза конкретно наехали. Но Дед Мороз обиделся, завалил их всех. А дальше уже чисто по инерции пошел. Идет, да, и стреляет, идет и стреляет. А кого не застрелят, того руками рвет. Вот такой у нас бодрый дедушка. Ну, в принципе-то что? В принципе, ничего. Страна большая, народу много. Сколько он там порвет? 15-20 человек в день. Нет, для большой страны это фигня. Тут проблема другая, тут Новый год настал. По улицам всякие Дед Морозы забегали. Ненастоящие все, галимы ненастоящие, короче, блин. Шуба синтетическая, борода из ваты. Поглядел на них Дед Мороз и подумал, блин, что они вот это ходят, что они детям носят, сникерсы всякие галимы. Для здоровья нифига не полезны. И сами они мудаки, а я-то чё? А я-то настоящий профессионал. Вот, вот, блядь, разменял свою профессию на вот эту вот дешевку. Блин, нет. Не, ну надо вообще, надо в профессию возвращаться. Так подумал Дед Мороз. И вернулся в профессию. Только на этот раз пошел не к той глупой девочке, которая Дед Мороза боялась, а пошел к нормальным мальчикам, которые никакого Дед Мороза не боятся, которые, может, не очень богатые, зато очень нормальные. Проблему с подарками решил просто. Отловил штук 20 ментов, порубил их на мясо. Бабло у них отобрал, сколько у кого было. И приходят к хорошим детям. И оставляют рядом с кроватью шматок мяса и пачку денег. А которые на четверке учатся, только на четверке, без троек, там еще в придачу пистолет Макарова. А которая только на пятерке учится. Тем автомат Калашникова, вот эту короче. Вот такие нынче подарки. Вот такой вот Дед Мороз. Сразу видно, что настоящий. Блин, ну что, а теперь песня? Новогодняя такая. Вот все же помнят, после Нового года выйдешь на улицу, и столько мусора валяется. Про это и песня. Thank you.
дарить ветра и разбрасывать камни. Песочный город, построенный мной давным-давно, смыт во мной мой взгляд, похож на твой. В нем нет ничего, кроме снов и забытого счастья. Дым на небе, дым на земле, вместо людей и машины, мертвые рыбы, сохшие реки, зловонный зной пустыни. Моя смерть разрулит цепи сна, когда мы будем вместе. Из нас раздает, даже если мне повезет. И в моей руке будет туз, в твоей будет джокер. Так не бойся, милая, на снег слепой художник напишет портрет, воспоет твои формы поэт. И станет звездой актер бродячего цирка. Дым на небе, дым на земле, вместо людей и машины, мертвые рыбы, высохшие реки, зловонный зной пустыни. Моя смерть разрубит цепи сна, когда мы будем вместе. Всегда. Но это неправильно рассказывают, что поначалу Бог создал человека из золота. И ходил по земле золотой человек. И окликнул его Бог. Эй, человек! Но человек не отозвался. Он же был золотой, так, пышный такой. Навороченный, дорогостоящий. И обиделся на него Бог. И уничтожил его. И создал человека уже из серебра. И ходил по земле серебряный человек. И окликнул его Бог. Эй, человек! Но человек не отозвался. Он же был такой тонкий, чистый, просветленный. Серебряный, одним словом. И уничтожил его Бог. И создал человека из бронзы. И ходил по земле бронзовый человек. Аж земля сотрясалась. И окликнул его Бог. Эй, человек! Но человек не отозвался. Он же был весь такой монументальный, тяжелый, непрошибаемый, а бронзовый, одним словом. И уничтожил его человек. Бог его уничтожил. И создал человека из того уже, что под руками было. Вернее, под ногами было. Из мусора, грязи и пищевых отходов. И ходил по земле мусорный человек. И окликнул его Бог. Эй, человек! И человек сразу голову задрал и закричал. Это я, Господи! Что тебе нужно, Господи? И сказал ему Бог, тьфу на тебя. Ты был золотой, и ты молчал.
Ты был серебряный, ты молчал. Ты был бронзовый, ты молчал. Чего ж ты сейчас-то кричишь, человек? Но человек не мог ответить. Он же не помнил себя ни золотым, ни серебряным, ни бронзовым. А помнил себя только таким, как он есть. Вот из мусора, грязи, пищевых отходов. И сказал ему Бог, ладно, живи. И вот он до сих пор и живет. И вот так вот рассказывает про сотворение человека в Непале. Ну, на этом, наверное, закончим. Следующее отделение будет повеселее. Да, были месяцы, сидели. Вот так вот, знаешь, вот как вот мы с тобой сидим ночью. Водка была вкусная, свежая. И вот такой вот. В окнах облака плывут куда-то. Мы в обнимку в утренней тиши. И поскольку праздничная дата, нам с тобой некуда спешить. На дворе заметно потеплело. Стояли сугробы без следа. Тетка, отуваясь, тащит тело. В теплой шубе выдралась болта. Все, пришла весна. Мы сменим обувь, обойдем все скверики вокруг. Вряд ли выйдем, мы же знаем оба. На туфлях поломан твой каблук. Я исправлюсь. Все поправлю, то есть, надо что-то сделать, не во зло. Знаешь, часто донимает совесть. Нет, считай, что больше повезло. Все равно, пора тряхнуть костями. С кем-то поглазеть на облака. Надо встретиться с друзьями. Что еще? Умерли, умерли. Пока. И говорит, давай убьемся. А писатель это все как-то слишком буквально понял. Говорит, офигеть, какая идея. И тут же выпрыгнул в окно и стал очень знаменитым и актуальным. Тогда самоубийство приходит к другому писателю и говорит, давай убьемся. А другой писатель говорит, да, это тема. Писатели, как убьются, становятся очень знаменитыми и актуальными. Надо только способ актуальный придумать. Пошел и бросился под сапсан.
и стал тоже знаменитым и актуальным. А тогда самоубийство пришло к вообще другому писателю. И говорит, давай убьемся. А писатель говорит, не, извини, у меня сегодня халтура дофига. Давай лучше просто покурим. Самоубийство говорит, не, просто покурить сегодня не получится. Сегодня у меня такая тема, но не то, что белая вдова. А ну вы какой-то сорт белой вдовы. Короче, мне Женька говорил, как он называется. Хотя на самом деле он не Женька, но он в курсе. Он говорил, да. Ну нормально, такой сорт, что вот буквально с одного напаса и убьемся вообще наглухо. Писатель говорит, ну если такая тема, значит такая судьба. Убей меня, самоубийство. И с этим словом выключает компьютер и налаживает бульбулятор. А они делают всего по колпаку. Не как обычно принято по 2-3, а всего по колпаку. И дальше уже просто сидят музыку слушают. А не музыка не то, что сейчас. Музыка вообще какое-то говно. Ну реально говно, совсем говно. Вообще даже не Филипп Киркоров. Кристина Орбакайте какая-то. Судя по отсутствию вокала. Но в то же время в этой музыке все. Реально все. Вся мудрость мира, вся любовь. Весь смысл. Короче, все. И тут музыка кончается. И начинаются новости. Ну, в принципе, да, в принципе, правильно, надо иногда послушать новости. А то, допустим, прилетят инопланетяне, а мы об этом узнаем от соседей через неделю. И когда соседи будут инопланетяне. Ну, с другой стороны, чё? Ну, соседи инопланетяне, ну, нормально, соседи инопланетяне. Если они ганджа курят, значит, нормально инопланетяне. Если ганджа не курят, тоже нормально, просто не курящие. Но тут же понимаешь, какая тема, тут информация передается текстом. А в тексте 1000 слов, и все для нас обидны. Бля. Короче, писатель, ты бы выключил эти новости. Да включил бы что-нибудь более нормальное. Писатель говорит, это не новости, это реклама. Хотя, в принципе, я с тобой согласен. Хрен ли нам рекламу слушать? Давай вот поставим что-то, сыграем что-то позитивное. Да, вот у меня там куча всяких записей, вот что бы ты хотел послушать? Этими словами ставит самоубийство в тупик, потому что это надо же озвучить какое-то название. Да. Но тут даже это название не озвучишь. Ну потому что в воздухе, вот миллион разноцветных букв. Ты две слепляешь в кучу, пытаешься слепить третью. А эти две разлетаются. Тут новости кончаются. Да, и начинается какая-то такая лихая песня про маленьких девочек, попсовая такая. И самоубийство под эту песню.
со слезами на глазах хапает еще один колпак. И дальше уже такая ситуация, когда стены колышутся, пол колышется, и откуда-то, как сквозь вату, доносится одинокий голос писателя. Хорошо сидим, только вот еще не курили. Самоубийство говорит, куда ж тебе курить? Ты уже наглухо убитый. Писатель говорит, нет, я адекватный. Самоубийство говорит, ну, адекватный. Скажи тогда адекватный, сколько будет 7 и 8? Писатель говорит, а тебе зачем? Самоубийство говорит, ну затем, для проверки твоей адекватности. Писатель говорит, а нормально, 7 и 8, 48. И этим ответом ставит самоубийство в тупик. Потому что, с одной стороны, все вроде правильно, даже в рифму 7 и 8, 48. А с другой стороны, что-то здесь не так, какая-то подъемка здесь чувствуется. Но самоубийство сейчас не выкупит. Потому что тема реально тяжелая. И оно задает более жесткий вопрос. А кто написал «Войну и мир»? Писатель отвечает вообще без промедления. Анна Каренина. И нормально, да, «Война и мир», Анна Каренина, вроде какое-то отношение есть. Но с другой стороны, что-то здесь таки неправильно. И самоубийство вспоминает, что именно. Чисто благодаря визуальной памяти. Говорит, нет. Не, чувак, «Война и мир» не это написал. «Война и мир» это мужик с бородой написал. Да. Писатель говорит, мужик с бородой это я. Смотри, бородища какая. И сразу бородищу свою распушил, а она у него была вдвое длиннее, пока корова не сожрал. И стал похож не то на Карабаса-Барабаса, не то на Бармале. И при чем здесь Анна Каренина, бородатая женщина? И вот хрен поймешь. И тогда самоубийство задает ему самый бомбовый вопрос. Слышь, писатель, а ты-то сам чего написал? Писатель говорит, ну ты что, не читал, что ли? Самоубийство говорит, нет. Писатель говорит, ну так а я что ли, читал? Я ж не для этого писатель. Я по жизни писатель. Но на самом деле я дофига всего написал. Помимо блогов, фейсбука, лепрозория и прочей хрени, я еще дофига общесвязных текстов написал. А вот недавно такую тему написал, слушай. Приходит к писателю самоубийство и говорит, давай убьемся. А писатель говорит, и тут самоубийство, как закричит, и неправда, и неправда. Это не ты написал, это на самом деле было. Писатель говорит, ну так, на самом деле все было, и есть, и будем, я надеюсь. Или уже не будет. Самоубийство понимает, к чему он клонит. Оно говорит, нет,
сегодня уже не будем. Убил ты меня, писатель. И дальше уже заваливается на бок. И такое уже состояние, когда все видишь, все слышишь, все осознаешь и нихера не понимаешь. А писатель бодренько принимает еще один колпак, разбирает бульбик, включает компьютер и фигачит вот эту вот телегу о том, как писатель самоубийство победил. Потому что нормальный писатель завсегда самоубийство победит. Была бы тема правильная, сатирная. Да в принципе можно и на индиковые. А в принципе можно и вообще без темы. Но лучше с темой. Вот такая история. Теперь песня.